Три нити. Ну ладно. Публика уже рукоплещет. Евгений Плющенко вышел на арену. И свет зажгли. Он как будто сам зажегся. Плющенко выскочил как заводной из табакерки. Не может остановиться прямо в своей разминке. Такой весь прямо упругий, спортивный Евгений Плющенко. Дорогие друзья, сейчас все мы с большим желанием. Вы бы видели? С большим желанием мы встречаем победителя соревнований, сказал диктор по стадиону. И девчонки на трибунах захихикали от того, что это было сказано. Да, если бы вы видели сегодня, как японские болельщицы отреагировали на то, что им агент Евгений Плющенко, Ари Закарян, сказал, под какую именно музыку будет кататься Евгений. Они спросили на английском, под какую музыку? Он сказал, Санкт-Петербургу. И японские болельщики, я не преувеличу, они чуть не разрыдались. Они завизжали и приложили руки к лицу. И было понятно, что они именно этого и ждали. Евгений Плющенко. Песня о любимом городе. Так она называется в его досье. Thank you.
Браво! Кричат ему с трибун. Спасибо, Женя. Спасибо тебе. Посмотрите, вот больше, действительно, больше вот этих счастливых лиц просто хочется увидеть. Каждое лицо на этом стадионе светится любовью и желанием выразить эту любовь в своих аплодисментах, в своих криках. И мы не знаем, как еще выразить эту любовь, потому что если бы можно было собрать все эти мурашки, что бегают по нашим телам в эти минуты, когда он катается, то, безусловно, это было бы нашествие мурашек хуже, чем нашествие саранчи, честное слово. Евгений Плющенко! Александр Лакерник заволновался и замахал, чтобы Евгения Плющенко не вызывали больше на бис, потому что... Но вы видели, когда вы еще видели, чтобы на показательных...